Две сестренки Маша и Даша сейчас живут в государственном доме, а мечтают о своем. Мечтают о тех добрых людях, которые сумеют стать для них приемными родителями. И такие мечты должны сбываться. Ведь исполнились же они у тех девочек и мальчиков, которых объединила в одну большую приемную семью Валентина Федоровна Чекмарева. И для каждого из 37 детей она стала любящей мамой. Вот такие истории мы расскажем в очередной программе «Право на маму», которая выйдет в эфир на канале «Самара ГИС» в понедельник, 14 ноября в 18:45.